В Якутске завершилась пятая всемирная неделя грудного вскармливания. В рамках недели в городе прошли мероприятия с привлечением населения и общественности. Так, в парке культуры и отдыха состоялась родительская акция «Праздник грудного вскармливания», во время которой прошла презентация новой книги для мам «Лучшей маме. Путь к успешному грудному вскармливанию», а также распространение информационного материала по вопросам охраны здоровья матери и ребенка. На месте горожане смогли получить консультации у специалистов, задать интересующие вопросы, а также ознакомиться со специальными приборами для помощи во время грудного вскармливания. Ну, надо сказать, что различия грудного и искусственного молока, да, они, конечно, очень большие. Потому что, во-первых, грудное молоко, оно защищает от болезней, потому что там идут антитела. А искусственные смеси, да, они не содержат живых антител. Во-первых. Во-вторых, конечно, оно богаче намного. Да. Во-вторых, грудью кормить – это тесный контакт. Идет эмоциональный контакт, мама привязывается к ребенку, да, и чувство любви и так далее.